Ну что, друзья, сгоняли мы все-таки в Питер и привезли оттуда кучу интересного материала. Скоро все будет. Огромное спасибо всем, кто поддерживает наше творчество. Товарищи, Родина вас не забудет. А вот теперь приятного просмотра. Мы снимаем, нет? Да. Я думаю, что ни для кого не секрет, что все свои видео я монтирую самостоятельно. Ксюша снимает, а я монтирую. Это тот формат, в котором мы работаем на протяжении уже полутора лет. Но залетела она в движуху как раз-таки с самостоятельно отснятого и смонтированного ролика. В тот момент я как раз заканчивал трилогию «Кислотного варвара», а Рама параллельно у себя в гараже резал одну интересную маску из дерева. Он, кстати, и сейчас этим плотненько занимается, просто я не освещаю это должным образом. Короче, кусочек создания этой маски Ксюша подсняла на iPhone. И из всего этого смонтировала вот такой вот видосик. Давайте заценим. Давай оставим пока. Давай оставим, покрасим, а потом начнем их убирать. Если там какие-то прям конкретные недосчеты, мы их опять прокрасим, но только уже более лайтовым раствором. Ну, даже можно попробовать. Давайте попробуем. Мне кажется, так нужно. Что ты делаешь, Володя? Разбейся. Я грунтую мозг. Маску. Это необходимо. Это такой эффект, это такой этап, который нужно всегда соблюдать. Многие им пренебрегают, но я не советую. Иначе красочка будет впитываться в деревяшку и получится полублеклый дерматон. Дерматон? Дерматон. А мы хотим сделать яркие, классные переходы. И хоть и застаренные, но тем не менее классные. Вот.
Вот такие вот пироги. Фактически, это первая работа, которую мы сделали все вместе. А сколько всего интересного ждало нас впереди? Ладно, хорош ностальгировать. Тут есть дела и поинтереснее. Пора подвести итоги конкурса «Чей рама круче?». И у нас тут не совсем все однозначно. Обозначились целых два фаворита. Артем Амахин и Дмитрий Смирнов. Они уже долгое время идут с разницей в один голос. Поэтому я не могу выбрать кого-то одного и объявляю, что они оба молодцы и оба получат ништяки от нас. И возможность поучаствовать в нашем следующем стикерпаке. Честь им и хвала. А вы, друзья мои, тоже не зевайте и заливайте свои работы к нам в предложку. Желательно с описанием. Официально заявляю, что после недавних коррективов лайчонков стали отгружать намного активнее. Так что у вас есть реальная возможность осветить себя и свое творчество. Не тупите. До свидания.